высокой на берег крутой, ой, ходила, ее заводила. Горит? Наша вам! Уже проснулись. Да, не получилось. Раз. А куда ты девал ее фартук? А там, на кухне. На кухне? А, ага. Ну, сегодня пораньше, но вот за кефиром простоял. Ну-ка, завяжи. Ах ты, шутник. Так. Ну что ж, это совсем другое дело. Одну минуточку. Виночку. Ты что, слушай? Кушать что? Подано. Ты что, в денщики ко мне записался, что ли? Ты же знаешь... Приказ хозяйки. А как телеграмма была? Была. Как она доехала? Да доехала нормально. В Кисловодске дожди. Дожди. Угу. Хорошо. Официант, метр до отеля. Спасибо. Ну, знаешь, полвека сам за собой ухаживаю, так что в конце концов наловчился. Женился бы, что ли? Ну? А то совсем, знаешь, няньку превратишься. Теперь-то куда уж. Вот теперь ты надо. Письмо написал? Пишу. Ну, не мучайся, не мучайся. Я уже обо всем написал. Что прикажете на обед? Как вы ставите вопрос, интересно? Вот так и ставим. Ну, как я могу вам приказывать? Ну, как? Попросите. Лапшу с уткой, пожалуйста. Лапшу с уткой? Ну, ладно. Сложно? Сложно, но можно. Да. Будешь проходить мимо почты? Хорошо. Опусти в ящик. Вот. Ну, посуду, я думаю, сумеешь сам убрать. Ну, будь здоров. Спасибо. Солдатушки. Бравы ребятушки, где дым, а сижу, пушки заряжу. Где наши жены? Здравствуйте. Вам газеты и письмо. Спасибо. Спасибо. До свидания. Не успела доехать, уже письмо сочинила.
это понятно. Это понятно. Это понятно. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, что пишут наши жены. Все моя Лерилея, богиня, только ты своим чутким сердцем. Чего? О моя Лерилея, богиня, только ты своим чутким сердцем. Богиня, только... Это как же? Это как вы смогли? Изменщица ты, вот ты кто? Изменщица ты! Баба, как же ты будешь смотреть в глаза сыну, дочери, зятю? Ах ты, я же верил тебе, я же... Глупая баба, Ролерея! Какой стыд, стыд и позор, и с кем? И с кем хоть бы письма бы умел писать, а то же какие-то слюни в сахаре. Подлец! Подлец! Ничтожный! Подлец! Мерзавец! 30 лет! 30 лет он ходит в этот дом! Другом семьи называется! Я тебе, ты у меня попляшешь! Ты у меня ответишь за мою поруганную честь, мерзавец такой! Подлец, ты у меня ответишь за все! Да, слушаю. А ну-ка иди сюда! А, ты что, сорочку не можешь найти? Иди, я убью тебя! Убьешь? Я тебя убью из той самой берданки, с которой Шакалов стрелял. Слушай, а меня-то за что, я не понимаю? За подлость. Ничего не понимаю. Ты о чем? Иди сюда, и я прикончу тебя как предателя. Комедия какая? Да, комедия. И мы разыграем ее по системе Станиславского. Немировича Данченко, художественный театр. В первом акте висит ружье, а потом стреляет. Слушай, а почему ты в партнеры выбрал именно меня? Можешь объяснить? Но ты здесь ни при чем, конечно. Ты же добрый, честный учитель литературы, воспитатель молодого поколения. Только почему ты уже 30 лет совращаешь в порядочную женщину и оскорбляешь мою честь? А как, по-твоему, к лицу ли интеллигентному человеку читать чужие письма? А писать чужой жене? Слюнявые пошлости можно? По-моему, ты преувеличиваешь. Вот поэтому я и убью тебя. Не придешь сюда,
Не придешь в рощу, я прикончу тебя на месте. Ну, на услуги на дому. Слушайте, вы, нахал, я не разрешаю вам шутки. Ты и шаг паршивый, а твоя это... Глупая баба. Вот теперь я действительно приду в рощу и буду стрелять в вас. Ты? Я. Причем из той самой двухстволки, которую ты мне подарил на юбилей. Анахал. Анахал. Так всегда поступали настоящие мужчины, когда дело касалось чести женщины. Хорошо, приходи в рощу, только захвати свой охотничий билет. Твоя смерть будет зарегистрирована как несчастный случай на охоте. Хорошо, я согласен. Согласен. Да, согласен. Стреляться. А кто секундант? Какой еще секундант? Во-первых, кто-то должен зафиксировать, что мы с тобой вели себя как настоящие мужчины. А во-вторых, если мы пойдем вдвоем, а вернется только один, то его свидетельские показания о несчастном случае могут показаться неубедительными. Да я уложу тебя с первого раза. Спасибо, но первым буду стрелять я. Ты? Почему это ты? Согласно правилам. Хорошо. Хорошо, секундант будет. Да. Поднимись ко мне. А что случилось? Поднимись, говорю, ты мне очень нужен. Хорошо, бегу. Вот, может, меня убьют. Ты наконец получишь ту свободу, о которой мечтала всю свою жизнь. Только прошу вас, хороните меня без почести, без всякой музыки. Похоронный марш на меня наводит тоску. А сейчас вам здесь не место, мадам! На тебе лица нет. Что? На. Почитай, посмотри, что пишут моей жене. Так, вот уже более 30 лет, а я пишу тебе, моя дорогая. Кто это пишет? А вот этот прохиндей, который втерся к нам в дом. Ты всегда говорил, что он недостоин моей дружбы. Возражал, когда его представляли к почетной грамоте. 30 лет ходит в мой дом и оскорбляет мою честь. Я решил убить его. Убить? Да, или он, или я. Сейчас поедем. Бабушка, наверное, забыла, что ее век прошел, и потом ты снайпер. У тебя именное оружие. Да, да, вот я и хочу. Я и хочу уничтожить носителя порока, предателя высшей морали. Он учит детей, говорит им о нравственности, а сам совращает порядочных женщин. Он предал дружбу, оскорбил любовь и доверие. Он же никогда не был женат, потому что семья не позволила бы ему вести разгульный образ жизни. Советская власть, давай ему свободу, образование, право на отдых, право на труд. Доверил воспитание молодого поколения. А чему он может их научить? Предательству, подлости. А мы ведь ничего не знали. Поздравляли его с днем 50-летия. Сгоняли в класс учеников, понимаешь? Папки, шмапки, речи, цветочки, ваш долголетний труд. Дорогой, любимый, уважаемый, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Да, но можно ли за это убивать? Да, только убивать. А может, отлупить? Непедагогично. Ты знаешь что? Напиши в местком.
Напиши в местком. Примем меры. Ну хорошо, а что вы с ним сделаете? Поставим на вид. Отправим на пенсию. Ну и что? И что, порок, ухмыляясь, пойдет на заслуженный отдых? Да, это тоже верно. Значит, я прав? Прав. Значит, ты согласен? Согласен, согласен. Спасибо. Спасибо тебе. Сейчас быстро собирайся и едем в тихую рощу. Зачем? Будешь свидетелем. Будешь свидетелем несчастного случая на охоте. Почему я? Потому что самый честный человек. Спасибо, но ради чего я должен стать свидетелем убийства? Хотя бы ради клятвы. Какой клятвы? Которую мы дали с тобой 40 лет тому назад, когда голодные, оборванные шли в большой город. Что-то не припомню. Слушай, как на перевале, обнявшись, мы стояли и смотрели на огни большого города. Поклялись тогда дружить вечно, бороться за правду, поддерживать друг друга. Ну, ты плакал тогда, вспомни. А, да, верно, верно, верно. Что-то было, вспоминаю. Но ведь в молодости жизнь кажется простой, красивой. А когда становишься старой клячей... Неужели же это говоришь ты? А вспомни, когда тебя выгнали с работы. Когда все отвернулись от тебя. Я знал, что ты честный человек и взял тебя на работу. Каждую ночь я приносил тебе по одной табуретке, чтобы ты мог расколоть и согреть себе чай. Дочь твоя умирала от истощения, и когда я приносил тебе стакан мерзлого молока, ты плакал, говорил, что я вернул тебе веру в жизнь, а теперь я ведь начинаю терять эту веру. Ну как же я буду учить детей, когда я потерял эту веру? Ты мой друг, ты должен помочь мне восстановить мою честь и веру в жизнь. Вряд ли стоит все это затевать, Рина. Мы с тобой отработали свое. Нет, мы еще не ушли. Мы должны очистить нашу землю от сорняка. И ты мне должен помочь. Вряд ли стоит все это затевать, старина. Ты что, предатель? Я мельница. Какая мельница? Ветряная мельница. Почему ты мельница, черт возьми? Потому что ты Дон Кихот. А почему я Дон Кихот? Потому что я мельница. Ну, хорошо. Хорошо. Иди, мели дальше. Только знай, останусь жив, буду стреляться с тобой. К вашим слугам. Ты ведь сам думаешь так же, как я. Только почему-то заволновался перед самым финалом. На стекле кровь. Оставь дежурного, вызови собаку. Есть, товарищ капитан. Господи.
совсем не узнал. Ты откуда? Вот приехал. Из дома. Ну, одолжи. Здорово. Здорово. Потолстел. Садись. Говорит девятый. В районе Белой Горки бульдозер налетел на стол, порвал провода. Спасибо. Говорит девятый. Оставь дежурного, вызывай аварийную. Есть, товарищ капитан. Вот так и работай. Городишко вроде маленький, а в происшествии гляди в оба. Ну, как там у тебя? Все свои живы, здоровы? Все. Жена? Здорово. Да, ты мое поздравление получил 9 мая? Да, получил, спасибо. У тебя как дела? Да так, живем, не тужим, как говорится. Да. Внучка родилась. Красавица. Красивая девка. Да, ну, сына назначили главным инженером. Поздравляю. Да. Я думал, ты уж давно полковник. Да ну, где там полковник? Образования-то нет, всего 7 классов, и то еле-еле. Да, ну и провинился тут малость. Может ли провиниться советский милиционер? А может, если он человек. Что ж ты натворил? С начальством поругался. А это ты можешь. Можешь. Мария, у нас сейчас будет гость. Ага. Маруся. Однополчанин. Ну, так что ты приготовься. Мы через полчаса будем дома. Спасибо. Ну, ты знаешь, я приехал не в гости. А что случилось? А меня оскорбили. И вот я к тебе. Что, здесь кто, когда мы сейчас? Нет, подожди. Меня оскорбили там, в моем городе. Кто? Один товарищ по работе. Оскорбил и унизил меня, а другой предал. Так. За оскорбление личности... 50 рублей штрафа до года лишения свободы, статья 128, пункт 1 Уголовного кодекса РСФСР. Свидетели есть? Есть. Пиши заявление. Ну, видишь, то, что произошло, это касается только меня. Так. Ну, я бы не хотел бы, чтобы... Понятно. Процесс будет закрытым, суд защищает интересы личности. Вот. Закрытый суд. Можно даже и открытый. Я ведь смогу сказать все, что я о нем думаю. Это конечно. Давай, выкладывай. Вот здесь. Год он ездил в Карловы Вары и посылал вот это вот моей жене. О, моя черноволосая Лоре, Лорелея. Что? Имя немецкой красавицы.
Гейне воспел ее в стихах. Вот он тоже. Ишь ты. Только ты со своим чутким сердцем можешь понять меня, потому что я к тебе относился. Да? И поэтому ты... Лет-то ей сколько? Много. Она изменяла-то мне все 30 лет. Вот сюда. Ну ты разведись с ней, возьми молодую. Селенки-то еще есть. Речь о том, кто оскорбил меня. Ну какое же это оскорбление? А моя честь? Не горячись, не горячись. Значит так, он... Писал ей эти письма, а потом он же тебя и оскорбил, так? Ну, почти так, да. Так, как он тебя оскорбил? А вот так и оскорбил. Нет, ты говори конкретно, чем он тебя оскорбил? Словом или действием? Да и словом, и... Так, каким словом и каким действием? Ну, понятно же, каким. А словом, вот... В письмах? Нет, ничего не понятно. Он что, ударил тебя, толкнул, и, может, грозился избить, или, может, выражался? Слушай, ну как ты не поймешь, честное слово? Он, пользуясь моим доверием, оскорблял мою мужскую честь, осквернил мой семейный очаг. А другой считает, что так и должно быть. Мужская честь. Тоже выкопали слово «мужская честь». Пусть об этом заботится красной девице. Зачем она тебе, мужская честь? Она с собой самое главное. Здоровье и общественный дух. Значит, судить нельзя. Ну, конечно, состава преступления-то нет. Почему это нет? Ну, жалоба от пострадавшей есть. Ну, конечно, нет. Ну, стало быть, и суда нет. Насилия-то не было. Хорошо. Другого можно судить? Которого? Который считает, что так должно быть. Ну, конечно, нет. Он-то вовсе тут ни при чем. А если он считался моим другом? И 40 лет тому назад мы поклялись стоять друг за друга, а он оказался предателем и трусом. Ну, понимаешь, какая история. Ну, может быть, он и виноват, но только перед тобой. Поэтому его оттуда никаким крючком не вытащи. Хорошо. А если бы они сговорились и убили меня? О, высшая мера. А если они убили во мне веру? Пусть лгут, лицемерят, предают дружбу, топчут честь. Но дело в том, что я учу детей, говорю им о нравственности, о чести, о воинском долге. И все, что говорил до сих пор, я говорил искренне, потому что верил сам. А чему я их сейчас научу, если во мне умерло самое главное? Ну что, застрелиться? Ну зачем? Письма эти сожги, а обо всем остальном забудь. Это как же я забуду, что я мужчина? А ты что, сам никогда не грешил, что ли? Ну ведь было, а? Ну признайся, было. Ну, наверное, было. А, вот то-то и оно-то, ангелов нет. Было до женитьбы. А как жениться, женился, так никого, кроме нее, не знал. Ага, ну вот, а теперь, значит, тебе обидно стало, что ради нее ты терпел лишение. Я застоял в законном браке, поэтому ничего я не терпел. Ой, слушай, слушай, брось ты все это. У нас тут есть одна красивая, умная, порядочная вдовушка. Если найдете общий язык, хозяйка мировая. Женщин презираю. А вот это ты напрасно. В общем так. Я вызвал его в рощу.
останусь жив, вызвал второго. Куда вызвал? Я потребовал сатисфакции. Так поступали в старину. Это что еще за сатисфакция? Сатисфакция – это удовлетворение оскорбления. Мы будем стреляться. Стреляться? Да. И ты будешь свидетелем. Кто, я? Да. Да ты что, спятил? На карту поставлена моя честь. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Только при чем же тут я? Потому что ты самый храбрый человек. Ага, и поэтому я, значит, в мундире капитана милиции должен быть свидетелем преднамеренного убийства. Нет, ты будешь свидетелем несчастного случая на охоте. Ага, и меня привлекут вместе с тем чудаком, который останется в живых. Скажи, пожалуйста, ты профессиональный милиционер? Ну, допустим. То есть блюститель порядка? Стараемся. Тогда твой долг избавить общество от того, кто не имеет права носить высокое звание гражданина и учителя. Я же вижу, как мельчают мужики, обрастают жиром, дрожат над каждой копейкой, над нагретым креслом, судятся с бабами из-за тряпок, стали забывать, что такое мужская честь. И все это по наследству передается молодому поколению. По улицам бродят нытики, способные только проедать родительские деньги. Разве такими мы были на фронте, там, перед лицом смерти? Ради чего гибли наши ребята? А мы делаем вид, что ничего не замечаем. А нам это известно. Кого это нам? Милиции. Почему не принимаете меры? Ворота в тот мир для милицейской машины закрыты. Кирпич висит. Так помоги. Помоги же мне доказать, что так не должно быть. Что мужчина должен быть борцом за правду, за чистоту. Ты согласен? Согласен. Вот я и хочу избавить наше общество от вредного сорняка. Пожалуйста, избавляй. Только без свидетелей. Хорошо. Я убивать его не буду. Перебью ему плечо или колено. Это зачем? Пусть хромает. И помнит, что нужно быть человеком. Да глупости. Почему глупости? Потому что накажут всех. А я, к примеру, вот-вот должен майора получить. Считай, 20 рублей прибавки. Он мне скоро на пенсию, а из-за этого ерунды я могу погореть. Это что за... Это ты боишься? Боюсь! Ты боишься? Ты, кто шел с танком один на один, обливаясь кровью? Тогда ты не боялся потерять жизнь, сейчас боишься потерять 20 рублей? А я тогда, кроме жизни, ничего не имел. А сейчас у меня семья, положение и прочее. Я хочу дожить свой век тихо и спокойно. Все, что сейчас имею, досталось дорогой ценой не только для государства, но и для меня лично. Революция кончилась, войны нет. Нет, революция не кончилась. Она продолжается в наших душах. Война не кончилась. Нету выстрелов, нету крови, но война идет. А, по-моему, все тихо и спокойно, мир. Питаемся нормально. Слушай, мы что, все это строили только для того, чтобы питаться нормально? А много ты построишь натощак. За все, что было, есть и будет, отвечаем мы. Причем каждый персонально. А ты поэт. Ты рассказываешь своим ребятам, как Ромео, понимаешь, полюбил Джульетту. А в моем ведении городской вытрезвитель и камера предварительного заключения. Нет, я не поэт. Я солдат. Учу мальчишек труду и военному делу и буду нести свою службу до конца. А ты сидишь здесь и молишься на 20 рублей.
Ну да, все живут как могут, а ты решил обвинить меня одного. Что ты здесь ни при чем, виноват все остальные. Ну а ты-то? Ты-то сам-то что? Жил-жил, понимаешь, и тут затеял. Где ты был раньше? Воевал и учил детей. Ну а теперь что? Теперь не могу. А, вот то-то и оно-то. Не можешь? Вот все вы так. Рядом хулиган крошит стекла, ругается, пьянствует. А ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, да? Пока сам не получишь оплеуху. И вот тогда начинается караул, где милиция. И ты, Брут. Не понял? Кто? Да так, никто. Постой, ты куда? Ну, погоди, брось, брось, слышишь? Ну, брось ты, ну. Сейчас сын подъедет, у него своя Волга, понимаешь. Ну, поедем ко мне домой. Жена пельмешек наварит, бутылочку поставит, у голубого экранчика посидим, а? Да брось, ну брось, ну не обижайся. Ну давай, 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 пожмем друг другу руки, знаешь, как боксеры после боя, а? Ну ты понимаешь, ну это я просто так думаю. Ну это просто мои мысли. Ну плохо ты думаешь. Ну, стало быть, ошибаюсь. А ты подскажи. Я ведь университетом не кончал. Всего 7 классов, и то это еле-еле. А? Вот всю жизнь мечтал комбайн водить, так не пришлось. Все некогда. То война, понимаешь, то вот это. Вот впервые в жизни хотел что-то сказать, и то неудачно. Ладно, прощай, храбрец. Ну, погоди. Ну, ты тоже хорош придумал такое, а? Ну, как же можно? Ну, 100 лет назад это можно было. И то, понимаешь, сам царь запретил. А в наше время в космос летаем. Из стекла чулки шьем. И вдруг такое. Ты знаешь, я ведь могу здорово погореть. Да и сам ты. Слушай, папа, что за дела? А? Ни тебя, ни матери. Даже портрет ее снял. Только сегодня обнаружил твою записку. Ну, как ты съездил, как живет твой храбрый друг? Спасибо, съездил. Плохо. А храбрый друг умер. Умер? Да. Бывают такие чудаки? Скончался 9 мая 1945 года. Подожди, подожди, ты же вроде переписывался с этим человеком и поздравления посылал. А, это был другой человек. Ладно. Как твои дела? А, ну, отзывы прекрасные, защита в сентябре этого года. Поздравляю. Ты у меня вундеркинд. Наследственность по отцовской линии. На банкет сколько даешь? Нисколько. Я берегу их для твоей свадьбы. А тебе кажется, будет свадьба? А что, разве нет? А вот и нет. Семейная жизнь – половина нашего бытия. Во все времена человек добывал себе пищу и рожал детей. Сперва надо пройти испытание, папа. Испытание? Что, разве не ясно, что Гюля – прекрасная девушка? Нет, это я знаю, но брак должен быть естественным. Это сколько же вы будете ходить друг к другу в гости? Чуть до тех пор, пока не придем к логическому выводу. А если не придете, что будет с ней? С ней будет тот, кого она полюбит и выберет. И что скажет тот, кого она выберет? А она выберет того, кто ей ничего не скажет. Странное поколение. Скажи, отец, мужчина отчитывается за то, что было до женитьбы? Мужчина, наверное, нет. Нет. В
Почему должна отчитываться женщина? Потому и должна, что она женщина. А вот я за равноправие. Не слишком ли много вольности в таком равноправии? Может, правды, папа? Не могу понять. Точно так же, как не могу понять, почему ты, имея степень кандидата, не хочешь заниматься наукой, а пойдешь лечить этих психов-алкоголиков. Если каждый выбирает тот путь, который ведет его к самоутверждению. Значит, ты пойдешь в больницу только для того, чтобы самоутверждаться? Почему бы и нет? А мы шли в школу, чтобы учить детей и ликвидировать безграмотность. Да, и тем самым утверждали себя. Но мы об этом не думали. В конечном счете важен результат, папа. Мне порой кажется, что у вас один только холодный расчет, а сердца нет. Никто бы, наверное, из вас не бросился и не заткнул бы своим телом амбразуру пулемета. Бросились бы. Обязательно бросились. Только сперва решили бы, кому из нас идти на смерть. А, вот решили бы. А мы перли, очертя голову. Другое время было, папа, но это же... Слушай, ну время приходит, время уходит. Ну человек же остается, так что же в нем меняется? Температура. Интересно, что бы ты сделал, если бы я кто-нибудь оскорбил? Смотря кто и как. Ну, предположим, ты любишь женщину, веришь ей, и вдруг узнаешь, что ты... Старину, говорят, в таком случае стрелялись. Ну, какое-то удивительно устаревшее понятие самолюбия. Это... А что бы ты сказал, если бы кто-нибудь решил стреляться сегодня? Диагноз ясный. Маниакальная шизофрения. Смотри мне, пожалуйста, плечо болит. Между прочим, надо выполнять упражнения, которые прописала Гюлия. Все равно вымирать. Слушай, отец. Что с тобой происходит? Сам не понимаю. Все время снится какой-то сон, будто я сдаю экзамены, вытаскиваю билет, а ответить на него не могу. Обращаюсь к экзаменаторам, а это я сам. Смотрю на ассистентов и опять вижу себя. Поворачиваюсь назад, думаю, может, что-нибудь подскажет, а там пустота. Вроде я сам себе сдаю экзамены и сам же ответить не могу. Отец, ты становишься загадочным и сложным. Знаешь, простота – это признак примитивности. А не ты ли говорил, что надо быть простым и добрым? Добрым, но не простым. Нет, ты говорил о простоте. Принеси мне бокал холодной воды. О, это, наверное, Гюля, да. Слушай, отец, поедем с нами на озеро, а? Никуда не поеду. Ну что, ты так и просидишь все каникулы тут, да? Да, просижу. Эй!
тебя не работает звонок. Что ты забыл в этом доме? Давай поговорим, как мужчина с мужчиной. А ты не мужчина, ты... Ты хочешь обвинить меня в том, что я подал руку несчастной женщине? Почему несчастной? Вспомни, как ты жил с ней. Мы жили в согласии. Это ты морочил ей голову и пользовался ее добрым характером. Нет, это не так. Ах, ну, конечно, ты безумно любил ее. Может быть и так. Почему не взял ее, когда мы были молоды? По крайней мере, это было бы честно. Не знаю. Может быть, ради тебя. А может быть, ради твоих детей. А почему ты меня спрашиваешь об этом? Ты же сам все прекрасно знал. А если не знал, то догадывался. Ты просто не хотел думать об этом. Не хотел терять равновесие. Тебе никогда не было ни жарко, ни холодно. Тебе всегда было тепло. Ты же ни разу не ошибся. Ни разу не упал перед ней на колени, прося прощения. Ты смотрел на нее, как на денщика, или в лучшем случае, как на мать своих детей. Да что с тобой говорил? Ты просто бабник. Да, я люблю женщин. Особенно красивых и порядочных. Люблю, как особое нежное племя. Любуюсь ими, как даром природы. Природа создала женщину, сказочное существо. Со сложной психологией, простотой в логике, она одарила огромной страстью к ним. И вот на этом держится сокрушительная сила бессмертия рода людского. Женщину надо любить, и она пойдет за тебя на все. Любить не только ее красоту, ее тело, а любить ее слабости. Отдавать все, что у тебя есть сегодня, сию минуту, ничего не оставляя на завтра, потому что завтра будут другие радости. И вот тогда ты поймешь, что такое женщина. У нее никогда не будет чувства зависти, когда тебе хорошо. Она никогда не предаст тебя, когда тебе будет плохо. Ни слабость, ни корысть не сделают ее врагом твоим. Женщина пойдет на жертвы, на которые не способен ни один мужчина, ибо она рождена жертвовать собой. А ты никогда этого не знал, потому что всегда больше всего заботился о самом себе. Хорошо. А почему же ты ни одной из них не дал счастья? Не знаю. Мы
Мне мерещился образ одной женщины. В каждой женщине я искал ее. Не мог найти. Чего ж ты замолчал? У тебя нечиста совесть. Ты ищешь оправдания. Ну, допустим, ты убьешь меня. Что это тебе даст? Очищение. Ты хочешь вернуть то, что ушло безвозвратно? Нет, жить и умирать надо тогда, когда это необходимо. Это моя забота. Прошу только об одном. Если буду убит я, забери ее к себе и на похороны мои не приходите. Я вас проклинаю обоих. Хорошо. Я выполню твою просьбу. А ты верни мне мою исповедь. Чего? Мои письма. Видимо, она хранила их. Да сжег я твои письма. Очень жестокой. Жестокой и несправедливой. Вот поэтому я и хочу убить тебя. К счастью, мы не будем стрелять. Струсим! Нет. Просто ты не найдешь добровольного свидетеля. Никто не захочет за нас с тобой нести наказание. А без секунданта я не согласен. Хорошо. Секундантом будет женщина. Ты? Я? Ну, проходи. Во сне? Думаю, что нет. Раздевайся. Еле-еле нашел твой дом. Дома все похожи, как куриные яйца. Современный стиль, стекло, бетон. Все серое. Ну, здравствуй. 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 Седой, элегантный. А ты такая же, как была. Спасибо. Тонкое обращение с женщиной. А я Дон Жуан. Много? Много женщин загубил? 1000. Скажи, пожалуйста, молодец. Я дура замуж за тебя не вышла, потому что целоваться не умела. Как это не умел? А так, не умел. Озирался по сторонам. Как озирался? Чай. Чай. Ну и спирт. За встречу. Давай, если только с водой пополам. Нет, немного, но чистого. Да не привык. Ну, не буду мучиться. Возьми водичку, пожалуйста. Вот так. Как живешь? Живу. Судьбой доволен? Живу. Хорошо. Дочка вышла замуж, уехала на Камчатку. Сын занимается науками. Я работаю в школе. Чинов, титулов не имею. У меня тоже все в порядке. Профессор, заведую женской больницей. 10 аспирантов скоро защитят диссертации. Скоро выйдет моя большая книга, имею награды.
Что еще? Любят, уважают. Прекрасная квартира. Куча денег, могу подарить те «Жигули». Здорово, только немножко голос садится. Работаю. Я рад за тебя. Давай выпьем. Давай. За что будем пить? За все, что было. Что было? Все было. Ну, давай, за все, что было. А ты не выпила? Не пью. И не курю. Правда, во всех романах пишут, что одинокие женщины пьют, курят, носят короткие стрижки. Но... Я тоже не пью. Хотел бросить курить, да думаю, много ли осталось-то еще дымить? Ладно, ладно. Ты проживешь долго. И вообще причина долголетия не установлена. Это верно, это верно. У меня есть твоя пластинка. Ты мне ее подарил. Помнишь? Склероз. Почерк узнаешь? Вроде мой, но только очень красивый. Тогда у тебя не дрожали руки. Ну? Неужели ты не помнишь? Ой-ой-ой-ой, помню. Это было под Новый год. 31 декабря, день моего рождения. Но я это знаю. Знаю. У тебя был патефон и эта пластинка. Да. По-моему, единственная. И мы тогда с тобой танцевали. И за окном шел снег. Да. Гудели где-то паровоз. Да. И ничего тогда не случилось. Прости, а что должно было случиться? Я думала, мы поженимся. Ты была слишком красивая. Все мои приятели были влюблены в тебя. Испугался красоты? Не знаю, может быть и так. Да и матушка моя, конечно, женщина старая, с предрассудками, считала, что мы не пара, здесь война. А война-то что? А я не знал, вернусь я или нет. Я не хотел, чтобы ты осталась вдовой, а наш ребенок был сиротой. Зато мы были бы твоими. Твоя вдова. Твой ребенок. Ты просто боялся, что ты вернешься, а я буду тебе неверна. Не знаю. Ты был... Там, ты был глупый. Только там, на фронте, я думал, самые трудные минуты думал только о тебе. Я ужасно тосковал. Один раз даже пошел на смертельный риск. Думал, выживу, дадут отпуск. А мне дали орден. Я хотел к тебе хоть на полчаса. Ты мне писал об этом. Но почему же ты не приняла меня, когда я вернулся? Я очень тебя любила. И очень боялась, что тебя. И хотела, чтобы эта ночь была нашей. А я хотела прожить с самым дорогим человеком на земле. У меня же не было никого, ты знаешь, ни родных, никого.
ты оставил меня до лучших времен, сохранил. Спасибо тебе. Спасибо. Сейчас, конечно, трудно установить виноватого. Да нет, судьбу надо делать тогда, когда ее можно делать. Все. Конечно, если бы не война, мы бы не расстались бы. Да если бы не война, мы бы не встретились. Ну, где мы познакомились, ты помнишь? Помню. Ой, помню, на занятиях Асвиахима. Я учил тебя одевать противогаз, а ты сказал, что я слон. Ты и был похож на слона. Длинный, нескладный, с противогазным хоботом. А ты была похожа на стрекозу. Кстати, это сходство осталось. Да? Да. Тогда была молоденькая. Молоденькая, с длинными ножками. И вот, вот с такими такая. Вот. Да такая. Помнишь выпускной вечер? Мой выпускной вечер. Какое у меня было платье? Красненьким. Желтеньким. Желтеньким. Как мне было лестно, что такой взрослый, красивый человек влюблен. Господи, какой же ты старый стал. И глаза у тебя грустные, как у старого паяца. Может быть, мои недостатки есть то, что отличает меня от других? Я забыла тебя. Забыла, что хотела стирать тебе рубахи, варить борщи, стирать пленки. Я только профессор. У меня куча денег, мне надо 100 рублей. У меня огромная квартира, живу я в одной комнате. Забыла я тебя. Помню только фейерверк огней 9 мая, все. Почему замуж не вышла? Глупый ты был, глупый ты и сейчас. Да никого я не нашла в этом большом городе. Да нет, женщина так устроена, что ее должны найти, но меня никто не нашел. Я виноват перед тобой. Виноват всей своей жизнью, всеми своими помыслами. Не надо, милый. Ты знаешь, во мне оборвалась какая-то... Не знаю, не могу соединить один конец с другим. Часто снится один и тот же сон, будто я играю в хоккей. Бегаю в валенках по льду, все кричат на меня, улюлюкают, ругаются. Судья словно не замечает, я всем мешаю, но не могу уйти с поля. И все бегаю, бегаю, бегаю. Прости, пожалуйста. Да. А машину выслали? Готовьте к операции, да? Не видно, что плакала? Нет. Ты надолго? Я не знаю, там надо спасать мать ребенка. Ты там поешь на кухне, пожалуйста. Приготовь себе ужин, ладно? Извини. И, пожалуйста, не скучай. Thank you.
Ну как? Спит. А ребенок? Орет. Ты рада? Как тебе сказать? Очень. Есть хочешь? Да. Ой, какой ты добрый. Чай пить будешь? Да. Удивительно. Слушай, я промучилась 5 часов. 5 часов. Думала, придется кесарево делать. Она балерина, считай, на год вышла из строя, и потом какая она балерина со шрам? Пришла вся труппа. Муж молоденький, мальчишек совсем, плачет. Вот он когда узнал, что все в порядке, и девочка, смеется и говорит, на кого похоже. Нет, можешь себе представить, на кого похоже? Они смешные, эти молодые папаши, невозможно. Ну, пей. Спасибо. Но потом уже... Почти когда все было в порядке, вдруг пропал пульс. Что я тебе морочу голову? Уже первый час, ты ведь устал с дороги, наверное, ужасно. Нет, ты знаешь... Ты знаешь, я хотел бы поговорить с тобой. Тоже интересно. Давай, выкладывай. Алло. Я слушаю. Нет, то, что я хочу сказать, в общем, не так уж и смешно. Я вдруг оглянулся назад и понял, что прожито значительно больше, чем мне осталось. Нет, я не был плохим человеком. Я жил честно. Учил детей, защищал родину. Был неплохим отцом и мужем. Но перед тобой я виноват. Может быть, даже и не перед тобой. Может быть, больше перед самим собой. Только никогда в этом не признавался. И вот сейчас я прошу тебя. Прости меня. За что? За что? За то, что жизнь прожил не так, как мог. За все. Каждый получает то, чего добивается всей своей жизнью. Да, это ты права. И все-таки, если можешь, прости. Поздно, милый, поздно. Не надо. Ну, не надо. Ты мужчина. Скажи, что главное для женщин? Наверное, когда понимают тебя. Почему плачешь, почему смеешься? А любовь? Проходит. А что же остается? Тоска по ней. Только влюбленные этого не знают. Да, тот, кто счастлив, не думает о будущем. А был счастлив? Был. Когда? Сейчас. Почему был? Прошло 30 лет. Чего ты хотел сейчас? Умереть. У тебя на руках. Ты болен? Нет. Почему так сказал? Не знаю.
Боюсь. Чего? Вечности. Скажи, хоть теперь зачем приезжал? А я хотел доказать, что не перевелись еще чудаки, которые, на чашу весов, могут положить честь и жизнь. Наверное, не мне это доказывать. Ты, пожалуйста, не болей. И живи долго. Зачем? Я хочу знать, что есть на земле человек, который примчится, если я позову, где бы он ни был. Прощай. Здравствуйте. Мама прислала телеграмму, она сегодня приезжает. Вот поставь, пожалуйста, в воду. Скажи, а по какому праву? Без ведома семьи ты вызвал ее домой раньше срока. По праву друга. А я не помню такого друга. А я не имел тебя в виду. Она просила меня сообщить, если что-нибудь будет не так. Ах, вот. Ну что ж, спасибо. Только, пожалуйста, сожги ее письма. Какие письма? А вот те, которые она писала тебе все это время. Она не писала мне. Не писала? Почему? Почему не писала? Я исповедовался перед богиней. А боги, как известно, слушают и молчат. Было бы, как я думал. Тогда, может быть, все бы мы прожили другую жизнь. Там в комоде все твои письма. Возьми их. Последний тоже там. Отдай. Скажи, что не успел отослать. Ей будет приятно знать, что она Ролерея. Спасибо. Я знал, что ты хороший человек. Здравия желаю. Вот вы где, голубчики. Сидите, а? А я это, понимаешь, звоню. Вот что, звонок, что ли, не работает. Че, не ждали, да? А я вот взял и приехал. А, на погоны смотришь, да? Ищешь, где майорская звезда. Понимаешь, какая штука случилась. Поехал я в район майора получать. Ну, зашел в ресторанчик, в штатском был. Вот, оркестр тут заиграл, значит, нашу боевую, как-то взгрустнулось, ребят наших вспомнил, Волоколамск. Потом гляжу, значит, на круг выходят какие-то бородачи, а вместе с ними девки в длинных штанах. И давай это самое. Я говорю, прекратите глумиться над песней и над памятью павшей, а им хоть бы хны продолжает. Но я тут не стерпел, схватил бутылку со стола, да как, шарахну в оркестр, и все, умолк. Ну вот.
А потом в дежурке молодой лейтенантик посмотрел мои документы, говорит, ай-яй-яй, батя, как не стыдно, сам блюститель порядка, а такое я отмочил на глазах у иностранных туристов. Ну вот и проводили меня, значит, в отставку вот в чине капитана. Вот. Видать, не суждено мне было майором стать. Ну ладно, бог с ним, ну здравствуй, герой. Обиделся, значит. Здороваться не хочешь, да? Понимаю, понимаю. Ну и ты же меня тоже пойми, понимаешь? Ну ты наговорил, я наговорил. Ну не обижайся. Вот бывает так, вот живешь с мыслью, привыкаешь к ней, уже перестаешь сомневаться, и она тебе уже за правду кажется, так? А что с ней не сходится, так все кажется глупостью. Вот пока кто, пока сама жизнь или кто из интеллигенции не подскажет. Вот так что ты на меня не обижайся и давай-ка пожмем друг другу руки, знаешь, как боксеры после боя, а? Ну. Ты что? Больной? Нет. Я здоров. А стреляться? Теперь не буду. То есть как это? Что значит не буду? Я, понимаешь, столько ночей не спал, все думал о тебе, о себе, о нас. Думаю, мы же фронтовики, черт возьми, не раз на смерть ходили, а тут такое, понимаешь, друга обидели. Честь его, понимаешь, задели. Да ты что? Ты что, думаешь, что все забыто, а? Ну, слушай, если ты не пойдешь в эту рощу, то пойду я. Я покажу ему, этому сукину сыну, как оскорблять мужиков. Чудак ты. Ну, вот тебе, ну, сам все время меня агитировал, агитировал. Теперь я и чудак. Ты что? Но ты чудак особой важности. И спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Что за шум? Здравствуйте. Отец, пришли твои ученики, они просят, чтобы ты открыл новый учебный год. Хорошо, хорошо. Дай мне теперь переодеться. Теперь я пойду, построю их на линейку и открою учебный год. А затем уйду. Точно так же, как покидают поле состарившиеся футболисты. Но ты пойдешь со мной. Ребята, сегодня на своем, может быть, самом главном уроке я бы хотел сказать вам, что человек – это самое разумное и самое всесильное существо на Земле. Нам подвластны истории Земли, судьба государства и наша собственная судьба. И если ты, оглянувшись назад, вдруг увидишь, что след твой петляет, проваливается в сугроб, теряется. Не надо искать виноватого. За все отвечаешь сам. И судьбу свою нужно решать именно в тот момент, когда ты вдруг почувствуешь, что можешь обрести счастье. Только тогда ты пронесешь ощущение радости через всю жизнь. Ибо живем мы один раз и любим тоже, наверное, один раз.
мальчишки, в ваших руках дальнейшая судьба нашей великой Родины. Берегите свою мужскую честь. Доброго вам пути!